Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, я снова на рыбалке. Вот этот прекрасный пруд в Юдинках. И у меня уже почти полный садок. А как это было, вы увидите, если продолжите смотреть этот фильм. Так что всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Не забывайте подписаться, нажать колокольчик и написать комментарий. Соседа поклевка. Бежим помогать. А, небольшой, да? Хороший. Опа! Спасибо. Тихо. Стой. Через стол. Надо вытаскивать. Обломишь так. Приподними ее. Успокойся. Зашевелился тут. Тут уже поздно шевелиться, друг. Надо было там шевелиться. Не надо. Расклювал. Долго лежали. Ну это что-то тихо шел. Ага, я даже... Сразу думал, что его нет. Не... А потом волна, смотрю, идет хорошая. Он просто по направлению шел, да? Mm. Вот, помогли. Поклевочка. Иди туда. Давай, давай, дорогой. Да я возьму. Куда пошел? Опа! Есть такое дело. Вот. Чешуйки. Вот, ребят. Еще один прекрасный карп. Готов. Дождик пошел. Но ничего, мы не сдаемся. Смотрим дальше. Небольшой. Оп. И заброс. Не ругайся. Пораньше. Доброе утро. Ты что тут делаешь? Вот проснулся только. Первый заброс. И уже какой-то паровоз. Просто что-то. Не пойму. Фриксионь. Фриксиончик отрабатывает. Палка отрабатывает. Новую палочку взял покатать. Лазанка про спорт. Матч. Матч. Ну-ка, кончик-то как у нас. А поплавок он тебя взял, да? Опять? Да, да. А у меня сегодня вся рыбалка с вечера. Ну, если брать соотношение, то, наверное, процентов 80 удочка. Две рыбки на фидер. На что взял-то сейчас? Сейчас кукурузку. Бондиелька вкусная. Одна штучка? Да, одна кукурузинка. Ну, не крупная, но... Вот он, красавец. Никак он не хочет идти в садок.
упитанный горбатый. Он просто не знает, против кого он воюет сегодня, поэтому... Оп! И в домике. И дома. Ну, красивый. Красивый? О, красавчик. Оп, сейчас моему лицо открою. Оторвал. Оторвал, ушел. Нет, сошел просто. Но на соседа чуть спинник не утащил. Помогаем. Цепляется. Тихо. Идет. Дальше я уже не уйду никуда. Сюда уводи. Вправо. Ух ты. Опа. Есть такое дело. Ого, рванул, блин. Думаю, удочка уйдет. Да, они такие сегодня почему-то. О, третий есть. Вот так вот. А, сразу сошел, а? Отцепился просто. Отвалился. Блин. Крючок маловат, видать. Зацепил. Ту собрал. Подожди. Опа. Все запутал. Я первого. Спасибо. Делал ты нам нервы. Какой красавец. Тихо, боец. Все. Попался, получается, на побольше крючок-то. Да. Да. Вот очередной карпик. Взял на кукурузу. Зеркальный. Хороший. Попадался он со мной. Ладно, садок его. Девочка прыгала. Thank you.
Да. Ну какой резвый, а? Опа! В домике! Вот только закинешь, блин, сразу почти. И причем на одну только берет. Как будто заговоренная она. Давай, отрабатывай. Вот, пошла жара. Давай, давай, иди сюда. В траву не иди, сюда иди. До последнего есть борется. Опа! Вот ты и готов. Закрой губы. Вот такие вот карпы клюют. Юденьки. А? Красавцы. Оп, садочек. Вот так вот проходит у нас сегодняшняя рыбалка. Вот он готов. Да иди. Все-таки мучился. Иди-ка, папочки. Не хочет сдаваться. Боец. Иди. Давай, выходи. Выходи, сказал. Поздоровайся с Петровичем. Молодец. Давай. Опачки. И в домике. За нижнюю губу. Вот такой вот красавец. Садок. Давай, иди сюда. Одной. Красавчик. Оп. Вот. Есть такое дело. Опять за нижнюю губу. Опа. Кормить надо, ребята. Вот он. Красавчик. Зеркальный. Ладно, мы продолжаем. Напоследок. Время 8:30. Это мой, наверное, заключительный карп. Карпик на сегодня. Шустрый.
Опачки. Еще один. Готовый. Опа. Вот такой красавчик. Беседки у них здесь стоят. Соловьи поют. Слышите? Красавцы. Вот. Сейчас. Вот и закончился мой сегодняшний прекрасный день, я бы так сказал. Отловился я замечательно. Если бы не мелкие крючки, результат был бы намного больше. Вот. Я думаю, за 1500 без лимит. Это просто шикарно, полностью соответствует. Рыбка вкусная, я уже в прошлый раз ее готовил, коптил, жарил. Такие прекрасные карпы здесь. Вот есть зеркальные и есть чешуе. Так что ссылочку, как всегда, оставлю под видео. Номер телефона тоже. Все, всем удачи. Не забывайте подписаться на канал. Пока.